Еще одно место на карте Нижнего Новгорода, связанное с жизнью Николая Александровича Добролюбова, располагается в самом центре города. Это бывшее здание Нижегородской духовной семинарии на современной площади Минина и Пожарского. Здание построено в первой половине XIX века. В 40-х годах XIX века на первом этаже здания также располагалось Нижегородское духовное училище. В 1846 году Николай Добролюбов поступил в училище после домашнего обучения, сразу в 4-й класс. А после успешного окончания курса выдержал вступительные испытания в Нижегородскую духовную семинарию. Учебная программа семинарии включала множество предметов – богословие, учение о святых отцах, основы церковных законов и канонического права, а также естествознание, логику, начало медицины, историю, обучение сельскому хозяйству, языкам – латинскому, греческому, немецкому. Богатством семинарии была библиотека. В период обучения в семинарии Николай Добролюбов всегда был среди первых по успеваемости учеников класса. Он участвовал в издании рукописной семинарской газеты. В 1853 году Николай Александрович Добролюбов завершил обучение в Нижнем Новгороде и отправился в Петербург получать высшее образование. В 1986 году на здании бывшей Нижегородской семинарии была установлена мемориальная доска –